Уже стала доброй традицией в преддверии летних каникул проводить в нашем городе конкурс «Мини-модель Запорожья». К этому конкурсу большинство участниц готовится на протяжении всего учебного года, осваивая технику дефиле и принимая участие в фотосессиях, различных показах и фэшн-проектах. Как обычно, сам конкурс состоит из нескольких этапов, на которых уже выставляются предварительные баллы участницам и оценивается их профессионализм. В этом году организаторы не стали менять концепцию и за пару недель до конкурса устроили конкурсанткам роскошную фотосессию на летней площадке ресторана «Порто Рива». Юным моделям предстояло продемонстрировать коллекцию карнавальных костюмов салона «Пани Лиза». Финальный этап конкурса состоится в воскресенье 8 июня. В программе конкурса только модельные выходы коллекции запорожских магазинов детской и тинейджерской одежды. Каждый год организаторы выбирают для проведения этого конкурса самое стильное заведение города. В этот раз подиумной зоной будет служить площадка возле бассейна ресторана «Порто Рива», которая как нельзя лучше подошла для проведения самого стильного детского фэшн-проекта. Сегодня мы познакомим вас с несколькими участницами конкурса, претендентками на звание лучшей юной модели Запорожья. Настя Лабунько, ученица 101 школы. Увлекается танцами, в будущем мечтает стать успешной моделью. Хотела бы попутешествовать по Чехии и побывать в Турции. Настя считает, что самое ценное качество в человеке – это доброта, доверие и честность. Ее любимая книга – «Матильда». Ее кумир – Адам Ламберт. Елизавета Прокопенко, 10 лет. Она отлично учится во второй гимназии имени Леси Украинки в 4 классе. Целеустремленная, преданная, открытая, добрая. В людях ценит понимание. С удовольствием принимает участие в предметных конкурсах школы, а также в конкурсах «Мини-мисс» и «Мини-модель». Трепетно относится к своей семье и обожает младшего братика. Любит активный и здоровый образ жизни. Ее хобби, мода и все, что с ней связано. Лиза мечтает о сапогах-скороходах, чтобы обойти как можно больше стран и познакомиться с новой культурой и обычаями. Ульяна Здыбель, 9 лет, ученица 2 класса Хортицкого учебного центра. Ульяна – творческая личность, старательная и усидчивая. Мечтает стать известным дизайнером одежды и покорить мировое фэшн-сообщество. И поэтому занятие в модельном-агентстве является для Ульяны одной из первых ступенек к ее мечте. Ульяна уже сейчас сама придумывает невероятные замысловатые наряды и зарисовывает их в свои альбомы. Свое художественное мастерство Уля шлифует в изо-студии. Кроме таланта художника, Ульяна замечательно танцует и поет, участвует во всех школьных постановках и праздниках в составе школьного ансамбля. Евгения Рибко, ученица 3 класса учебно-воспитательного комплекса «Гармония Плюс». Увлекается дизайном одежды, любит рисовать и танцевать, изучает английский язык, в будущем мечтает стать знаменитой моделью и покорить подиумы Парижа и Милана. Александра Ткаченко, 8-летняя, веселая, добродушная, смелая, очень общительная девочка, любящая свою семью. Сашенька учится во 2 классе, любит английский язык и рисование. Ходит на бальные танцы и занимается ими серьезно. Очень любит животных, особенно своих 2 собак. Когда вырастет, мечтает стать актрисой или режиссером-постановщиком и сыграть в главной роли или самой поставить фильм и поехать с ним на престижный кинофестиваль. Елизавета Ушакова, 11 лет. С детства увлекается танцами и рисованием. Очень любит домашних животных, в особенности лошадей. В будущем мечтает стать знаменитой моделью. Елизавета Соломонова, 13 лет, ученица 6 класса. Веселая, жизнерадостная, коммуникабельная девочка. Занимается хореографией и рисованием. Ее хобби – коллекция азиатских шарнирных кукол. К тому же Лиза любит сама создавать своим необычным куклам новые образы. В будущем мечтает стать фотомоделью и сделать фотосессию с известным фотографом для престижного глянца. Мы продолжим знакомство с остальными участницами конкурса на следующей неделе в новом выпуске программы «Про фэшн». Партнер конкурса – свадебный салон «Пани Лиза». Это салон не только свадебных платьев. Широкий выбор вечерних и коктейльных нарядов, карнавальных костюмов, которые вы можете купить или взять на прокат,
а также обувь, украшения и все атрибуты для торжественных событий и праздников. В Пани Лизы вы найдете роскошное платье как для взрослых невест, так и для юных принцесс. Размерный ряд также не ограничивается модельными параметрами. Да и ценовая политика вас наверняка приятно удивит. Праздник с салоном Пани Лиза будет для вас незабываемым. Шикарные модели по адекватным ценам. Салон Пани Лиза, торговый центр «Большой базар» по улице Жуковского, 32. Ну а мы от имени организаторов приглашаем всех 8 июня в 15 часов прийти поддержать участниц конкурса и насладиться потрясающей атмосферой ресторана «Порто-Рива».